Январь подходит к концу. За эти два зимних месяца жители Верхневолжья пережили сильные заморозки, резкое потепление и, конечно же, обильные снегопады, которые доставляют большие неудобства и пешеходам, и автомобилистам. Как убирают снег в Твери, расскажет Анастасия Новичкова. Жители города просто тонут в снежной каше под ногами. Пройти по дороге без усилий даже по центру города уже кажется невозможным. Служба, отвечающая за уборку снега, бездействует и, вероятно, ждет, пока проблема растает самостоятельно. А что об этом думают тверичане? Если в центре, ну, может быть, еще как не шло. По краям, по окраинам хожу пешком, снег не убирается. Очень тяжело, потому что я хожу пешком, и в этой каше, ну, сейчас подтаяло, очень трудно. Правда, как и есть, что невозможно ходить. Особенно, которые в возрасте пожилым, так вообще тяжко. Я-то еще как-то прохожу, а остальным так тяжело. Вы знаете, если честно, то, здесь, может быть, центральные улицы очищаются хорошо, но если чуть свернешь... Ну, в любую подворотню тверскую, то, скорее всего, не очень хорошо. Ну, плохо. То есть на Сликатке, на стекольном заводе, на Сахарова все плохо. Тяжело ходить, конечно. Вот, ну, я говорю, я делаю скидку на то, что зима тяжелая. Ну, конечно, хорошо, если бы все-таки наши службы работали более ответственно, к этому делу подходили. Ну что, плохо все? Что? Я думал, только у нас дома плохо. Ну, спотыкаешься, идешь, подскальзываешься. Ой, слушайте, это что-то ужасное. Даже в центре улицы вообще не чистится от снега. Особенно это просто боль наша, кто работает в центре. Это набережная Степана Разина. Вот тут буквально позавчера я там застряла на машине. Она не убирается, мне кажется, вообще никогда. Сколько лет я здесь работаю в центре, набережная не убиралась ни разу. Ну, в общем, это какая-то беда. Тверичане высказывают недовольство по поводу работы коммунальных служб. Напомним, на уборку снега в Твери в этом сезоне было выделено 45 миллионов рублей. Но, к сожалению, техники и специалистов, которые должны заниматься этим вопросом, на улицах города, видимо, не хватает. Снежные горы из-за повышения температур начали таять и превращаться в непроходимую кашу, а где-то и в большие глубокие лужи. Тверичане вынуждены пробираться сквозь них по щиколотку в воде, портя обувь и промачивая ноги. А ведь это чревато проблемами со здоровьем. Содержанием дорог в Твери занимается МУП ЖЭК, а также дополнительно привлекаемые подрядные организации. Для уборки снега в этом сезоне организация планировала использовать около 30 единиц техники. Ключевое слово «планировала». До дела, судя по всему, так и не дошло. Во всяком случае, результат уборки снега явно оставляют желать лучшего. Напомним, в феврале прошлого года МУП ЖЭК привлекли к ответственности за плохо почищенные дороги в Твери. Прокуратура Пролетарского района отметила, рыхлый снег на проезжей части, а также снежные валы на обочинах автомобильных дорог. Кажется, и в этом снежном сезоне правовых разбирательств не избежать. Жаль, что горожанам от этого пока не легче.